век до новой. За 8-30 годов Белоруссия площадь земель под Кирсом повеличилась на 8-13%. Результат подчас акции «Дайлица новые лицо» в Дзержинском районе поведомили представники Национального статистического комитета Белоруссии. Это значимое для самого человека значение для устойчивого социально-экономического развития нашей страны. Я считаю, что и человеческие тоже, потому что действительно вся Белтелерадиокомпания задействована в том, чтобы делать такое масштабное шоу. То, мне кажется, это больше сотни человек. Это огромные человеческие ресурсы. А зрителей еще в 20 раз больше. И фактически это пример импортозамещения в медиасфере. Вот то, что сегодня...